Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Если вы только появились и пришли на наш канал, обязательно посмотрите и другие видео, потому что у нас на канале достаточно много интересной, важной и полезной информации для каждого из вас. Ну а сегодня мы с вами уделим внимание черному лекарству. Вы знаете, что это такое? Если еще нет, обязательно досмотрите это видео до конца и используйте эту информацию себе во благо. Вы знаете, чудесные свойства этого вещества известны еще с тех вот далеких времен, когда человеком был разожжен первый костер. Еще в древние времена люди заметили, что с помощью угольков можно перенести огонь на другое место. И вы знаете, это неудивительно, что эти угольки обожествлялись нашими давними предками именно с углем. И вообще уголь как символ зарождающегося пламени был почитаем всеми народами мира, поскольку огонь в те времена означал тепло и защиту от диких животных, а значит он имелся как счастье, как жизнь и как благополучие, да, вот в те далекие времена. И первые рисунки на стенах пещер были сделаны красной глиной и углем. С начала бронзового века уголь стал основой цивилизации. На нем работали кузницы и его использовали для обогрева жилищ и в земледелии, а также в качестве одного из самых первых лекарств мира. Уголь применяли для дезинфекции ран и в качестве мощного средства при отравлениях, которые в древности случались, к сожалению, нередко. Причем практически без изменения уголь используется в медицине и в наши дни. Это всем хорошо известный активированный уголь, добываемый путем сжигания ореховой скорлупы. Но не только этим знаменит древесный уголь. Издревле это создание живого огня почиталось людьми. Вы знаете, даже существовал обычай, согласно которому в первый день Нового года гость должен был принести угольки, и это считалось добрым пожеланием благополучия на весь год и залогом счастливой жизни в семье хозяина дома. Не менее часто угли использовали как действенное средство от сглаза и порчи, а также, друзья, талисман на удачу в делах. На Рождество уголь подкладывали в мешочки с подарками. Тот, кому попался уголек, должен был поплевать на него и бросить в огонь, при этом загадав самое сокровенное желание. И вы знаете, существует даже поверье, что уголь, отшлифованный морскими волнами, способен защитить мореплавателя от шторма и кораблекрушения. Ну а если потухший уголь вдруг вспыхивал в очаге с прежней силой, то в ближайшие дни можно было ожидать сильных морозов. Еще одно старинное поверье, связанное с углем, гласит, что если из печи выпал уголек, то ждите гостей. Ну а некоторые обряды с углем, приносящие удачу, вы даже можете выполнить сами. Для этого нужно найти на улице кусочек угля, поднять его с земли и, кинув через левое плечо, загадать желание. После этого идите домой и не оглядываясь и не разговаривая со встречными, тогда ваше желание обязательно сбудется. И, друзья, вообще найти уголек и пройти мимо него, не взяв, считается опрометчивым поступком. В старину люди верили, что человек, прошедший мимо кусочка угля, прозевал свое счастье. Часто уголек в кармане носят как талисман на удачу. Возьмите его на экзамен, собеседование или деловую встречу, и результат превысит все ваши ожидания. А самый простой способ узнать с помощью угля свою судьбу – это гадание на желание. Для этого возьмите несколько угольков, подержите их в руках и дайте каждому название,
Ну, например, первый может быть как встреча с суженым, второй – скорое обогащение. И подожгите угольки в камине или на металлическом листе и наблюдайте, какой из углей раньше сгорит, то знайте, что и желание, то и сбудется. Хорошо проводить такие гадания во время отдыха на природе. Тогда на пламени своих заговоренных угольков вы еще приготовите и необыкновенно вкусный, волшебный, например, шашлык. Друзья, будьте благополучны и счастливы. С вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Подписывайтесь, ставьте лайк, а мы услышимся с вами в следующем видео.